знаете, значит, песню эту, за которой все Звездинский бодался и судился с этим самым, поручик Олесин, короче, с Малининым, ни тот, ни другой это не написал. А это написал подпоручик Тураверов, подписал этот поручик. Подпоручик Тураверов в изгнании на острове Лемнос в Турции. Я продолжение этой песни писал. Называется она «Четвертые сутки». Война продолжается. Туманное утро, расистый трав, изгой России, обломки державы, усталые люди, усталые кони, четвертые сутки за нами погоня. Усталые люди, усталые кони, четвертые сутки за нами погоня. Сожженные станицы, единственный дом, за окнами ночь разрывают зорницы и горькою пьют за дубовым столом кортет Оболенский и поручик Голицын. И горькою пьют за дубовым столом кортет Оболенский и поручик Голицын. Листья золотые в шитье эполет, в табачном тумане качаются лица, и пьяный поручик, и пьяный корнет, и штабс-капитан, что в пути приблудился, и пьяный поручик, и пьяный корнет, и штабс-капитан, что случайно прибился. А я вспоминаю рождественский бал. Неужто когда-то мы молоды были, военный оркестр только вальсы играл, и медленно-медленно пары кружили, и белые плечи танцующих дам, и пламя свечей отражает паркет. Да было ли это, не снилось ли нам? О чем же ты плачешь, мальчишка корнет, ты последний рассвет, наступай, не спеши. Есть еще пистолет и осколок души, но ливни косые застучат по земле. И прости нас, Россия, твоих сыновей. Но ливни косые застучат по земле. И прости нас, Россия, своих сыновей.